Добрый день, добрый вечер. Я всех рад приветствовать. Конечно, начинаются все матчи тематически в честь освобождения, наконец-то, с главными действующими лицами. Состав Минского «Динамо» вы видите на ваших экранах. Анна Залетова, номер 91 в воротах. Полевые Анна Сас, 5-я. Ольга Каш из Бреста. Это главный арбитр матча. Его помощники на флангах. Роман Трахун. Трухан, номер... И Олеся Гутник. С точностью до наоборот. Футбол, как мы знаем, штука абсолютно непредсказуемая. Ну и есть. Стартовали матч единственным поединком, который состоялся вчера. Витебск и Минск встречались в северной части нашей страны. И у нас сразу же пенальти назначается. Ворота Дзюсы Шаполезгу, футболистка, которая еще недавно выступала в составе ФФК-19. Но сейчас нет. Кстати, не Синявская, Алина Хорощак становится автором первого гола в нашем матче. 49-й номер. Алина Хорощак 1-0 с пенальти выводит Динамо БГУ ФК вперед. Тоже молодая футболистка. Ну и в целом-то Динамо БГУ ФК очень сильно обмолодилась в этом сезоне. Много, целая россыпь. Сморгонь, которая в этом сезоне выступает именно на западе Беларуси, добыла очередную победу. Удар по воротам, и 2-0 счет становится. Благодаря удару 19-го номера Динамо БГУФК Анастасия Ковалева. Еще одна молодая футболистка забивает за минскую команду. 7-го года рождения. И Ковалева делает счет уже 2-0. На... Вот так остудила этот эпизод. Хотя за такой фол вполне себе можно было и желтую карточку схлопотать. Но обошелся Юрий Круш без предупреждений. Какой гол забивает сейчас Анна Саас. А вот это выстрел метров, ну, с 25 точно. Заряжает ровно в дальнюю девятку. Очень красивый гол. Ну и вот наша сборница, тоже достаточно юная еще. И тоже еще в самом старте своей карьеры такую красоту ложит на зоне. Ворота Зорки БДУ. Там радости было у футболисток. Как будто они выиграли этот матч и выиграли чемпионат. Но вот я думаю, что гол от Шаполезгу ворота Динамо БГУ ФК... Это, конечно, радости будет и выполненные задачи, возможно. И, конечно, перекрыто Анна Саас не позволяет ни малейшего пространства получить футболисткам из Пинска в центре поля. А без центра поля, как известно, не будет ничего хорошего. Удар по воротам вторым темпом завершает 17-й номер Дарья Манюкова эту атаку минской команды. Сначала перекладина, но затем добивание. И Дарья Манюкова — автор 4-го гола в нашем матче. Ну и пока мы без дублей голевых. Каждая из забивавших футболисток у нас отличалась по разу. Дарья Манюкова, которая также прогрессировать и... добиваться все лучших и лучших результатов. Вот в прошлом сезоне было не так хорошо, а в этом сезоне уже есть две победы. Но и здесь пятый мяч залетает в ворота Динамо БГУФК. 5-0. Счет становится на 21-й минуте. 10-й номер команды, или 19-й. Давайте повтор посмотрим, разберемся, кто из пары Ковалева-Синявская этот гол соображает. Но коль показывает нам 19-го номера, предположу, что это Ливончик. Подача на дальнюю. И здесь здорово сыграла Соливончик. Мяч кулаком выбивает на еще один угловой. Но на этот. Завтра берет паузу женский футбол Беларуси. Все матчи 15-го тура будут сыграны сегодня. Ну а завтра смогут футболистки насладиться хорошей погодой. Удар по воротам. Вы посмотрите, какие девятки сегодня выписывает минская Динамо БГУ ФК. Ну и сейчас Дарья Манюкова. Еще один голевой дубль. Но и счет становится уже 6-0. Ну и улыбаются, конечно, футболистки минского «Динамо». Понимают они, что игра уже сделана. Теперь можно и покуражиться вот такими вот великолепными дальними ударами. Вот, не без труда, опять же, удалось мяч сохранить под своим контролем. Снова передача назад. Арина Ситникова. Ситниковой сегодня немного работы. Это крайняя защитница «Динамо» БГУФК. Еще один подход Капустина. Удар по воротам от Дарьи Манюковой. Но... с этим ударом справляется. И справилась с этим ударом Ксения Соливончик. Вынос мяча в район центра поля. Здесь дежурит Анна Саас. И не позволяет ни один мяч просто получить футболисткам Шаполезгу на этой территории поля. Атака теперь левым флангом. Ну и ищет партнеру. Партнера под передачку. 10-й номер Динамо БГУФК на Синявской. И все-таки находит. Ну а вот теперь...
с передачи Синявской Дарья Манюкова. Еще один гол забивает. Ну что ж, хет-трик Манюковой случается в нашем матче. Ну и это уже седьмой гол в поединке. 30 минут понадобилось Динамо БГУФК, чтобы 7 мячей отправить в ворота пинской команды. Ну и вот она, автор пока самого большого количества голов в этом матче. Но все может поменяться. У нас есть уже автор дубля, автор хет-трика. Защитницы Шаполис ГУ сумели эту атаку своих соперниц прочитать. Еще один дальний удар. Перекладина, снова добивание будет. И 8-0. Счет становится. Две перекладины и снова добивание. Восьмой мяч. Ну, так как будто проигрывает Динамо БГУФК. Сейчас мяч забирает там на Синявское и отправляет в центр поля. Ну, какие-то цели по первому тайму явно преследует команда из Минска. Восьмой мяч. Восьмой мяч, и это первый гол Сергея Чепкова, но динамовки-то настроены забивать. Тут вопрос в другом, получится ли. Явно видно, что большое количество голов – это цель и задача. И передача на дальнюю штангу, подключение, и Дарья Манюкова покер оформляет. Четвертый гол Дарьи Манюковой в матче, 9-0, счет становится на 38-й минуте. Дарья Манюкова 4 гола. Ну что, поменяется ли там список бомбардиров, который возглавляет Шупо? Анастасия Шупо тоже футболистка Динамо БГУФК. На вратарскую площадь, на Нузалетову. Вот мы как раз-таки увидели практически первый раз за тайм. Ну а у нас очередная атака Динамо БГУФК. Ну что, будет десятый или нет? Выходит из ворот Ксения Соливончик. И сыграл голкипер Пинска в этой ситуации очень даже здорово. На счету Анастасии Ковалевой. И покер на счету Дарьи Манюковой. Замены в составе каждой из команд мы с вами посмотрели. 50 минут сыгранного времени практически. 9-0, пока второй тайм без забитых мячей, но Яна Артишевская вот сейчас может открыть счет голам второго тайма, ну и вот так вот достаточно непривычно сыграла ногой. Ну и пока остается вопрос открытый по заменам лишь один, появится ли Екатерина Ковальчук на газоне. Последняя замена в составе Динамо БГУФК, напомню, это голкипер, удар по воротам Яна Артишевская, или все-таки это автогол? Это вообще не гол, друзья, это вне игры, но момент был прекрасный. И в этом матче далеки. Ситникова забрал вперед. Здесь уже подключается Хорощак к атаке. Удар по воротам по позиции. Подача в штрафную. Пока без опасности. Дается футболисткам Дюшаполис ГУ отбиться, но второй темп, удар по воротам. И вот как раз-таки Рената Калиновская забивает первый гол второго тайма. 10-0 счет становится. Ну и вот первая футболистка, которая появилась с замены, забивает 10-й гол. У нас анонсирована уже мной пауза. Пауза на водопой, как и в первом тайме. Кстати, сразу же Вероника после Гордичук гол. Лишь 14 апреля исполнилось 16 лет. Хорощак на левом фланге. Сразу же Яна Голик и Елизавета Чукольская против нее. Удается Зарине Капустиной сделать передачу. И дальний удар Зарины Капустиной. Но пока не пристрелялась Зарина. Опять же, нашего матча. Ну и плюс то, что докинет Юрий Круш по итогам первого тайма минутку. Ну, я думаю, что здесь особо пауз, кроме водопоя, больших не было. Минута ко второму тайму вполне себе будет объективно. Зарина Капустина. Еще попытка дальнего удара. И вот она, Зарина Капустина, наконец-то забивает. По-моему, с третьей или четвертой попытки все-таки удается 21 номеру Минского Динамо отличиться в матче. Ну и вот она, улыбка, конечно, ждала долго этих голов Зарина Капустина. Ну и сейчас также отличается голом в матче. 11-0 делает счет Зарина Капустина. Еще раз смотрим этот эпизод. Но здесь и времени, и пространства всего хватало. Матч там также проходит в не самом спешном темпе. К 40-й минуте, к 41-й Зорко БДУ всего лишь 1-0. Ведет удар по воротам и еще один гол забивает Динамо БГУФК. Ну и это снова 49-й номер Алина Хорощак. И тем самым Алина Хорощак оформляет голевой дубль в этом матче.
по голу в тайме. Оформляет Алина Хорощак. Сейчас уже можно отмечать, что времени на атаке не хватит. Тем более мяч достается Дюсша Полесгу. Или, может быть, в концовке тайма получится атаку провести. Классная передача вперед. Но не добирается до мяча Анастасия Гиевич. И все. Забирает она Залетова мяч. И дает свисток об окончании матча Юрий Круш. На этом я с вами буду прощаться. На футболе, друзья, любите футбол. Болейте за любимые команды. До встречи.